Добрый день, на часах 13.07. Вас приветствую я, Владимир Сметанин, а также приветствую я в нашей студии Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения Либерально-демократической партии России, руководителя фракции ЛДПР в ЗАГС Собрания Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Прямая линия сейчас идет с Путиным. Прямую линию мы можем устроить вместе с вами. Вашу прямую линию наши слушатели могут задавать вам вопросы посредством сайта kirova.ru. Есть там специальная форма. Кроме того, на нашем сайте есть аудио-видеотрансляция нашего эфира. Ну а позже все наши программы мы выкладываем там же на сайте echokirova.ru. Возвращаюсь к прямой линии с Путиным. Я читал и слышал, как федеральные каналы анонсировали это мероприятие. Они назвали это одним из главных событий года. Согласны с таким утверждением, что прямая линия с президентом одно из главных событий года в России? Правда, непонятно для кого. Для Путина это главное событие. Может быть, для федеральных каналов. Для федеральных каналов это событие. Наверняка, да. По результатам вот этой прямой линии хотелось бы каких-то конкретных действий. Тогда можно назвать прямую линию действительно главным событием, потому что это некий план действий. Да? И, как мне кажется, в рамках обсуждения тех вопросов, которые задают жители России президенту, должны рождаться какие-то новые подходы к решению коррупционных проблем, к решению проблем в экономике и так далее. Но мы видим, по большому счету, постановочное шоу. И после того, как президент ответил на вопросы, те, кто их задал, действительно решают свои проблемы и вопросы. Но если та учительница, да, из Иркутска, да, которая... Я поясню сейчас, да, перед началом нашего разговора я рассказывал о том, что минут 5-10 почитал, посмотрел, что там на прямой линии происходит, и молодая учительница из Иркутской области задала вопрос о низкой зарплате, и Путин в конце сказал, что мы рассмотрим ваш вот конкретный этот. Так вот, если она, дай бог, решит свою проблему с низкой зарплатой, хотелось бы, чтобы все учителя, не только в Иркутске, но, например, и в Кировской области, тоже по результатам проведения этой прямой линии в кошельках увидели дополнительные там, 1000-2 от того, что... Давайте хотя бы так. Это, знаете, это уже событие года. 1000-2 прибавка от президента к зарплате, это здорово. Да? Ну, или от правительства. Кто бы не добавил, главное, чтобы это были наши ребята. Вот, поэтому... Я бы не сказал, что это главное событие. Главных событий мы ждем после этой прямой линии. Хорошо. Вот для меня, вот, честно говоря, скептически отношусь к этому. Да? По одним данным там, 2 миллиона уже вопросов поступило, по другим данным 4 миллиона вопросов. Ну, понятное дело, что это все в 3 часа, в 4 часа, сколько длится обычно прямая линия с главой государства, но это все не уместить. Вот такой вот ажиотаж, вот он для чего создается? Задавайте вопросы, там активно организаторы и в социальные сети полезли, вот принимаемые. На самом деле, вот эту инициативу считаю правильной. Считаю правильно, что люди так активно пишут президенту. А здесь стоит копнуть все-таки причину, да, почему люди начали писать президенту. Это вот как раз-таки пережитки, наверное, пару веков назад у нас так было, когда при царе все знали, что царь далеко, а местный губернатор вот он, да, или там местный чиновник какой-то там, администрации, да. А царь-батюшка челом вам бьем. А царь-батюшка не знает. В этом и проблема. Люди пытаются донести свою проблему, в том числе о низкой зарплате, может быть, о задержке этой самой зарплаты, о том, что у нас не все благополучно, там, с детскими садами, до президента. Президент наверняка, страна большая, не все проблемы знает вот настолько досконально. Там, проблемы Кировской области, Иркутской и так далее. Ну, всех 85. Да, а может быть, там, ключевые проблемы, которые там, для жителей ключевые, а для, может быть, макроэкономики не столь важны. Ну, вот важно президенту эти проблемы донести. На мой взгляд, важно из вот этих 4 миллионов обращений сделать выборку и посмотреть. Допустим, проблемы, ну, к примеру, детских садов волнуют там, 25%. Людей, которые к президенту обратились. Но это важно. Важно. Нужно решать. Коррупция волнует, к примеру, 50% обратившихся. Важно. Важно. И коррупция, вот, по большому счету, должна волновать все. Степень вот этого, вот этой взволнованности, да, мы должны ее оценивать. То есть, если человек задает в рамках той минуты, которая ему отведена, вопрос о коррупции, значит, коррупция его больше всего волнует. Ни детские сады, ни что-то еще. Коррупция. И вот это... Выборка приоритетов, мне кажется, должна пройти по результатам вот этих 4 миллионов обращений. Угу. Срез будет очень хороший. Угу. Приличная социология, там, условно-бесплатная. Да? Угу. И если на вот эту социологию сделать ставку, на решение этих проблем, которые там отражены в этих вопросах, то я думаю, что жители действительно будут считать прямую линию с президентом главным событием года. Одним из главных событий. Ну, пускай так. Где-то, по-моему, на 15-й минуте этого общения Путин заявил о том, что, цитирую, кризис преодолен. И для примера он привел
медленным, он сказал, так, хоть и небольшой, но все-таки вот постепенный вот такой этапный рост российской экономики на протяжении последних месяцев. Дальше ведущая молодец, конечно, задала ему вот вопрос, который я бы тоже, наверное, задал. А когда россияне обычные почувствуют, собственно, на себе, Владимир Владимирович на это привел, вернее, напомнил о том, что были проиндексированы немного пенсии неработающим пенсионерам, была единовременная выплата в 5000 рублей пенсионерам в прошлом году, да? Или в этом уже? Ну, ладно, не суть. Ну, в общем, он тебе вспомнил вроде как социальные меры. И по большому счету вывел все это на ответ. Мы делаем все для того, чтобы россияне почувствовали. Но это не ответ на вопрос, когда они почувствуют, да? Вот вы знаете, жителей Кировской области, как никаких других, наверное, можно отнести к обозначению простые россияне. Да? У нас не бог весть, какие собственные доходы, я имею в виду, в области. У нас нет каких-то сверхбогатых залежей природных ресурсов. И все, что мы зарабатываем, дается нам большим трудом. Так исторически сложилось. Да? И мы все время смотрим на какие-то богатые регионы. Москва, Питер, может быть, Татарстан. Там вроде бы как живут тоже россияне. Боком, да. Вроде бы россияне живут. Но у них почему-то жизнь складывается легче. Кировские, вятские люди не привыкли обижаться. Они просто сравнивают. Да? Ну вот, наверное, когда-то и до нас дойдет преодоление кризиса. Кризис до нас и докатился позже, да, у нас все немножко с отставанием. Но если мы кризис, допустим, застали через полгода после того, как он начался во всей стране, дай бог, чтобы он у нас не 3 года длился после того, как во всей стране закончился. Если он у нас закончится где-то вот уже на днях, ну, потерпим еще полгода, терпели же все это время, правильно? Другое дело, опять же, на бумаге он закончился или фактически? Если вы приходите, ну, вот, в магазин, да, на бумаге, если вы приходите, да, вот, в магазин, а вам сказали, кризис закончился, а вы там условные 300 грамм сыра себе позволить не можете, да, я говорю там о пенсионерах, о тех, кто живет совсем плохо, ну, наверное, кризис для них не закончился, и мерить нужно вот этим, не бумагами. Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы. Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Костина, координатора регионального отделения ЛДПР и руководителя фракции данной партии в Заксобрании Кировской области. Через полминуты буквально продолжим. С прямой линии президента Путина мы начали разговор с Владимиром Костиным, координатором Кировского регионального отделения ЛДПР, руководителем фракции ЛДПР в Заксобрании нашего региона. Вот еще немножко хочется продолжить эту тему. Я читал, и много вопросов в главе государства связано с уровнем зарплат. Я видел этот вопрос от работника почты или сотрудницы почты. 3,600 она сказала зарплата, и удивленно на это президент ответил: как, у нас же минимальный размер есть, не может все, что меньше-то его существовать. Вы реплику хотите какую-то добавить? Вот это добавить? Да, к вопросу о местных особенностях. Я знаю другой пример, когда Кировская область, специально не буду называть населенный пункт, существует с давних времен сельхозпредприятие. Лочит жалкое существование, тем не менее, еще пока не зачахло. Естественно, там как-то кормится лесом, еще чем-то, но коровы были. Так вот, в этом были, да. Сейчас уже были. И на ферме, на местной, работала женщина, которая решила уйти на пенсию. И ей вот руководитель этого предприятия говорит: слушай, ну не уходи, я тебе зарплату повышу. Она говорит: нет, все равно уйду. Повышу вдвое. Все равно уйду. Вот так вот. После повышения вдвое зарплата должна была составить 3000 рублей. Так к вопросу о почтальонах и о тех людях, которые... 3000 рублей, вдвое повышенная зарплата. С полутора. Ну, это, наверное, сильно ниже и прожиточного минимума, и минимального размера оплаты труда. Но люди привыкли терпеть, они работают, это хоть какие-то живые деньги. Кормятся огородом, кормятся личным подсобным хозяйством, так и выживают. Ну, а на работу, видимо, привыкли ходить. Нужно было дойти до пенсии. Причем, какая будет пенсия с зарплатой в 1500 рублей, наверное, мы все представляем. Да? Человек и на пенсии будет трудиться в огороде, и на пенсии будет держать какую-то скотину для того, чтобы выжить элементарно. И вот мы говорили о том, что да, царь далеко. Президент на самом деле не может знать все эти проблемы. Важно, чтобы в регионах это не замалчивали. Да? Если вы говорите нам, что денег нет, мы часто это слышим. Вы скажите это президенту. Если все 85, хорошо, все субъекты, в которых недостаточный собственный бюджет, а их, наверное, там, ну, не меньше 70, скажут, что у нас денег нет, и мы не знаем, как сделать так, чтобы женщина, работающая в сельхозпредприятии, получала не 1500 рублей, а хотя бы прожиточный минимум, наверное, президент вас услышит. Если смелости не хватает у местных руководителей, то страдают как раз те, кто получает 1500, 2000, 3000, 8000 рублей. И какие там 300 грамм сыра?
купить бы хлеба. Что в итоге-то с этой жительницей? Она осталась работать? Она ушла на пенсию, наверное, 8 тысяч рублей. То есть выгода налицо. Ну, мне было бы, наверное, там, так грустно, мы бы посмеялись. Но это действительно жизненная история. И всем, кто заинтересовался, как говорится, да, из тех, кто может ситуацию изменить, готов и адрес населенного пункта называть, и фамилию человека. Но это не значит, что она единственная такая из Кировской области. Хорошо, уходим от темы прямой линии президента. Она выложена будет потом дальше в сеть, можно будет посмотреть и, собственно, свою оценку всему этому дать. Тем у нас много, продолжаем нашу беседу. Накануне буквально временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области дал очередное интервью федеральному СМИ, я имею в виду ТАСС. Там, конечно, очень много трогательных моментов. Чуть можно, если будет время, чуть позже озвучу. Но вот цитата прямо сейчас из этого интервью. «Честно говорю, я приехал в Киров, чтобы здесь сделать хорошо». Как вы оцениваете эту фразу? Ну, уже пока по сути. Я могу сказать, хорошо. Ну, можно было бы уже и сделать. Можно сделать. За год работы можно было бы уже сделать хорошо. Причем наверняка кому-то хорошо. Но если посмотреть на людей, которые банально получают меньше прожиточного минимума, денежных средств в виде зарплаты или пенсии, да, наверное, их меньше не стало. Им, наверное, опять-таки, нехорошо. Почему говорю «наверное»? Потому что я не представляю, как прожить на пенсию 8 тысяч рублей, вот, откровенно. Поэтому эти люди как-то умеют. Может, им и хорошо, но у меня большие сомнения. И от тех женщин, там, которые трудились всю жизнь, поднимали, там, может быть, послевоенные годы наше государство. Те, кто трудились в советское время, трудились-то ведь там, неплохо, по примеру своих бабушки и дедушки могу судить. Получать нищенскую пенсию, ну, это обидно всем нам. Сделать хорошо надо делать. Я не возражаю. Если нужно чем-то помочь, готов. Сделать хорошо. Сделать хорошо, да. Большинство жителей Кировской области, в идеале всем. Кстати, стоит вот вспомнить о том, что, да, вот сейчас говорим про Путина, анонсирован вероятный визит главы государства в наш город 24 июля. Цель визита, в том числе, проведение совещания по борьбе с коррупцией. В этом какую-то подоплеку видите? Печально, что... Конец июля – это ровно год, собственно, с момента назначения президентом. Что попытки сделать хорошо у нас наступают именно перед приездом нашего главного руководителя. Так было всегда, если вспомнить приезд императора, да, тут у нас мостили дороги и так далее. Здесь точно так же приезжает президент, и у нас там активно закатывают асфальтом дороги. Причем как закатывают... Мы не говорим об этом еще как о 100% анонсировали, тем не менее. Да, надо же готовиться, а вдруг анонсировали, и на самом деле президент приехал, мы не готовы, да? Печально же. И дороги остались такой. А его еще и по аспекту строителей в городе Кирове провезли, да? Беда. Поэтому лучше перебдеть. Деньги израсходовать. Причем как израсходовать, если после приезда президента асфальт смоет, ну как бы, ну, наверное... Встретили же главного человека. Так вот, очень печально это, да, что у нас и принимаются какие-то там к выборам предложения о том, что неплохо было бы пенсии повысить, неплохо бы вот сейчас, допустим, там, в Заксобрании принят законопроект о том, чтобы, может быть, семьям, имеющим детей, доплачивать все те же 5 тысяч рублей. На второго ребенка, да? Но почему-то мы вот этот закон принимаем в 17-м году, в середине 17-го года, а действовать он будет с 19-го. Вот мне все это очень напоминает какую-то предвыборную возню. Опять же, да, процитирую. Вот мы так... Я хочу... Давайте сразу об этом, собственно, законопроекте-то поговорим. Кстати, фракция ЛДПР как голосовала? Разумеется, поддержали. Мы тут же предложили. Если вы хотите сделать хорошо и дать эти самые 5 тысяч рублей, давайте не будем тянуть. Ну, не можете, вы сверстали бюджет 2017 года, давайте с 2018. Нет, мы сейчас только в 2019 году. Ну, там нетрудно уже подсчитать. Ребенок там, после 31 августа сего года родившийся, да, то есть полтора года ему исполнится 1 марта, получается, да, 2019 года. Соответственно, будущим детям мы... Да, до 3 лет он может получать, вернее, его родители, если он не попал в детский сад. Но, собственно, исполняющий обязанности заместителя председателя Дмитрий Курдюмов, да, говорил о том, что мы с 2014 года наблюдаем резкое снижение рождаемости. И вот лично мне, я не уверен, что оно вот в этом, в следующем году, собственно, резко вырастет. Просто не сложится ли такой ситуации, что мест в детских садиках будет больше, а платить-то, в общем-то, наверное, и мало кому придется. И некому, да. Может такая ситуация сложиться? По статистике, в целом, по стране 10% спад
демографический. То есть мы уже не получаем на 10% тех новорожденных, которые у нас были еще год назад. Это серьезный, на мой взгляд, спад. Уверен, что в Кировской области ситуация аналогичным образом стоит. И ведь поддерживать здесь нужно семьи не только какими-то компенсациями. Если человек не может ребенка отправить в садик и получает за это 5000 рублей, наверняка это не те деньги, которые работающая мама получила бы там, в виде зарплаты. Наверняка не те деньги. Поэтому это, с одной стороны, полумера, с другой стороны, хотя бы это. Да, пока детские сады у нас в должном количестве не присутствуют на территории города Кирова, на территории области. Поэтому, с одной стороны, полумера, с другой стороны, ну, ждут люди этого, очевидно. По поводу там, демографических ям. Вроде бы как сейчас как раз поколение 90-х, рожденных в 90-х, начинают рожать. И там как раз была яма. Да? И, соответственно, сейчас, возможно, и по детским садам мы всех устроим. Владимир, я не думаю, что молодые семьи, которые смогут устроить ребенка в детский сад в полтора там, или в два года, будут сильно расстроены из-за того, что им вот эти 5000 рублей не выплатят. Но понимаю, рассчитывать нужно не на демографическую яму, как у нас сложилось, а на то, что у нас в целом растет рождаемость, и мы стимулируем всячески то, что рожают молодые семьи. Вот к чему нужно стремиться, потому что в противном случае, естественно, эта убыль никуда не делась. До сих пор мы бываем, причем мы бываем серьезными темпами. А, кстати, как, собственно, ваши коллеги, депутаты отвечают, представители той же «Единой России», обсуждался этот вопрос? Но вы сказали, а почему не сейчас мы это внедряем? Почему только в 2019 году? Есть соглашение, согласно которому мы не можем увеличивать расходы. Вот, кстати, о соглашении хотел бы поговорить отдельно. Соглашение, что есть соглашение о... Сейчас вам скажу. Во-первых, соглашение между правительством Кировской области и Российской Федерации о том, что мы бюджет начинаем экономить, рачительно к нему относиться. Есть программа, дай бог памяти дословно, программа финансового оздоровления бюджета Кировской области. Вот есть соглашение такая, да, базируется на вот этой программе. Согласно программе, урезается, кстати, много чего. Программа, насколько я знаю, нет последних данных по изменению, по умолчанию начинает действовать, сокращаются в том числе выплаты в качестве стипендий студентам федеральных вузов. Да? Тот же зампред Курдюмов заверил нас, что стипендии убирать не будут. Логично предположить, что нужно переписывать программу, либо правительство Кировска... программе говорится о том, что снижение стипендий? Да, это прямо прописано. Более того, прописаны конкретные суммы, на какие бюджет может рассчитывать в качестве сэкономленных средств. Документ этот в открытом доступе? Документ существует. Глобальная проблема – этот документ найти. Мы его искали очень долго, нашли, эти цифры видели. И эта программа существует. Она, еще раз повторю, простой, насколько я знаю, пользователь интернета может найти. Если очень сильно постарается, сейчас уже, может быть, и найдет. Но мы искали долго. В открытом доступе ее не нашли, откровенно говорю. Да? При всем при этом, каждый раз, когда нам говорят, мы не можем увеличить количество там, льготников, мы не можем увеличить финансирование той или иной группы граждан, потому что у нас есть бюджет, мы не можем расходы дополнительные включать, ссылаются на эту самую программу, на это самое соглашение. Полусекретное. Уже в интернете тайным его окрестили. Подождите, оно везде это было, и оно появлялось где-то. Вот оно потом и появилось рамках, после того, как... Это вопрос. Профессиональное сообщество сливом называют. Да, да. И слава богу, что слили, потому что вот подобные тайные документы, они ни к чему хорошему не ведут. Потому что, с одной стороны, нам говорят, расходы увеличивать нельзя, с другой стороны, говорят, нет, студентам мы стипендию там, будем выплачивать. А когда, при этом соглашение... Когда, это уже может произойти? Ну, это и другие меры. Сокращение предполагается начать с 2017 года. То есть я не исключаю, что мы только пройдем выборы и встанет снова вопрос о том, чтобы вот, все-таки начать уже в этом году стипендию убирать. Хочется верить Дмитрию Александровичу Курдюмову, но верить все сложнее, потому что те истории, которые с парком у были, ну, не позволяют. Ну, давайте перейдем, да, по-прежнему очень сильно обсуждается данная тема. Недавно ведь был брифинг, где попросили Дмитрия Александровича, собственно, прокомментировать. Я, по большому счету, не понял, что было сказано. Суть. Строить там нельзя. Строить там нельзя. Эти три объекта, вот эти, да, бывшее здравоохранение, они каждый сам себе хозяин, и вот что-то вот так. Когда зампред так умело, не понял, так умело играет словами, доверие этот зампред не вызывает. Потому что, с одной стороны, он говорит, я вам не соврал, потому что я так хитро сказал, что вы ничего не поняли. А то, что вы не поняли, как говорил Ашавин, это ваши проблемы. Да? Вот здесь, видимо, такая же история со стипендиями. Не получилось бы, что там
допустим, в октябре или ноябре, когда в ЗАГС собрание будет внесен законопроект о том, что мы там льготников, допустим, федеральных, вернее, студентов на федеральных вузов лишим стипендии, точно так же нам будет сказано: вы просто меня не так поняли, на самом деле я не то имел в виду. То же самое с выплатами семьям, имеющим детей, вот этих 5000, не произошло бы, мы на самом деле не то планировали, поэтому закон придется переписать. Вот очень опасаемся этой истории. Вы нам прямо скажите, там, будет все-таки парк или не будет? Будете стипендию убирать или не будете? Потому что, знаете, там, если скажут, стипендии мы убирать не будем, но я имел в виду до сентября 2017 года, ну, смех. Вот все идет к тому, что игра словами приведет к тому, что студенты, мягко говоря, будут недовольны. А ваша реакция, кстати, реакция ваших коллег вот на появление этой докладной записки, исполняющей обязанности Куземской, зампреда? Вообще мало. С просьбой это все это в инвестпроект большой превратить и строить понятно, конференц-зал. Понятно, откровенно говоря. Насколько я помню, конференц-зал планировался при строительстве вот того большого комплекса, который сейчас там, ну, все мы знаем, под ярмаркой, да, там как раз говорили, что будет в том числе помещение для проведения серьезных конференций, в том числе международных. И сейчас говорить о том, что у нас... Наш местный экспоцентр такой, да? Да. И сейчас говорить о том, что у нас остро стоит вопрос с площадками для проведения конференций, ну, не исключаю, что так оно и есть. Другое дело, можно ли найти какое-то другое место для застройки? Наверняка можно. Тем более конференц-центр в самом центре города, ну, наверное, не самый лучший вариант. Потому что здесь же сразу встанет вопрос, а не перегружена ли у нас улица Московская? Улица Преображенская. Вы сейчас такой вопрос задаете. Это уже, конечно же, она перегружена, это уже, как и многие другие. Это уже следующая цепочка. То есть мы здесь ставим крупный там конференц-зал или там целое здание, да, и сразу же там перенаправляем туда часть трафика. Московская окончательно встает. Будут ли там парковочные места? Если будут, где будут парковаться люди, которые купили квартиры в Алых Парусах? Масса вопросов. Кулуарно обсуждать — это хорошо, но есть большая неуверенность в том, что вы эти все вопросы учли, когда обсуждали не широко, а узким кругом. Более того, вот эти все перепалки зампредов не вызывают уверенности. А насколько этому можно верить, кстати? Это же ведомственный документ, это же не ими сказано. Насколько можно в верить, микрофоны. Насколько можно верить камеры. Ведомственным документам, да. Владимир. То есть, ну, наверняка это, даже если это служебная переписка, наверняка люди не просто так пачкали бумагу, а наверное там закладывали какие-то мысли, которые они всерьез рассматривают. Просто мы сейчас в такое время живем, что вроде думаешь не фейк, а в такое время, фейк. В которое можно сказать, я на самом деле имел в виду не то. Вы меня не так поняли, и, собственно говоря, не краснеть при этом. Хорошо. У вас реклама сейчас будет, традиционно для середины часа. Владимир Костин, это его особое мнение, координатор Кировского рекотделения ЛДПР. Мы продолжим через минуту. Особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского рекотделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в ЗАГС собрании Кировской области. Мы продолжаем нашу беседу. Хотелось бы немножко о выборах грядущих поговорить, губернаторских, я имею в виду. Во вторник в нашем эфире уже первый секретарь горкома КПРФ Марина Сазонтова заявила о том, что Сергей Мамаев может стать кандидатом от оппозиции на губернаторских выборах. Очень бы хотелось услышать вашу позицию как руководителя ЛДПР в нашем регионе. Насколько я знаю, Сергей Павлинович поддержал то ли конференция, то ли там не знаю, съезд у них. Это партийное. Да, партийное. Пленум ЦК. Руководство, да, поддержало вопрос выдвижения, и он будет выдвигаться от КПРФ. Дальше мнение. Я не думаю, что единый кандидат от оппозиции — это правильное решение для того, чтобы кандидат от оппозиции, не буду говорить от какой партии, от какой-нибудь партии победил. Потому что очевидно, что есть три оппозиционных партии у нас парламентских. ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия. И в наших рядах точно есть люди, которые ни при каких обстоятельствах, при отсутствии кандидата от ЛДПР, не проголосуют за КПРФ, Справедливую Россию или Единую Россию, да, то есть они скорее на выборы не придут. Так это точно вода на мельницу представителя партии Единой России. Именно поэтому все три оппозиционные парламентские партии должны быть представлены кандидатами. Это мое личное мнение. Именно поэтому и, ну, отчасти потому, что там, мы уже тоже говорили о том, что у нас будет свой кандидат. Кандидат от ЛДПР будет. А вот Кирилл? Черкасов. Черкасов. Да, все правильно. Когда же это регистрация? С большой долей вероятности, я вам так скажу, потому что, естественно, все решает конференция. Это тоже партийное, да? Разумеется, партийное, да. Собрание. Но судя по тому, что я слышал от коллег, это Кирилл Игоревич Черкасов. Именно в Кировской области. В
В Кировской области, да. Просто еще вариант Мариэл, да, возможно. Вероятность просто стремится к 100%. Поэтому, что если коллеги поддержат, да, я думаю, что так и будет, то в Кировской области Кирилл Черкасов пойдет в качестве кандидата в губернатор. А можете обозначить, когда уже дату, когда станет конференция, регистрироваться уже можно. Конференция пройдет в это воскресенье, поэтому в это воскресенье уже с абсолютной уверенностью можно будет сказать, кто кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Кировской области. Что касается объединения позиций, вот здесь как раз слышу это сейчас и от КПРФ, мы на самом деле это говорим очень давно, все политические партии должны быть представлены в управленческой команде в регионе. Как раз таки все говорят о том, что там нужно защищать интересы людей. Да, вот там единороссы говорят, а вы вот возьмите большинство и тогда позащищайте в условиях нынешних, да, когда там федерация денег не дает, собственный бюджет дырявый и нужно что-то урезать. Ну, у нас есть свое видение, как добиваться того, что, там, допустим, федерация пересмотрела бы отношение к Кировской области в плане выделения бюджетных кредитов, и мы бы экономили там больше миллиарда рублей по году. У вас есть такие каналы? У нас есть каналы, убежденность, что если там, губернатор, если там, прочие члены правительства в рамках там, курируемых министерств будут задавать вопросы, будут просить денег, им рано или поздно дадут этих денег, в том числе там, в виде бюджетных кредитов, которые на самом деле в сравнении с банковскими недорогие. Еще раз говорю, сэкономим гигантские деньги для бюджета Кировской области. Вот если представители всех партий будут представлены в правительстве, выиграет от этого Кировская область на 100%, уверен. Более того, в контрольные органы нужно не стесняться ставить представителей оппозиционных партий. Подождите, по партийному признаку, что ли, назначать? Ни в коем случае. Вы правильно подметили. Может быть, я не совсем правильно сформулировал мысль. В том числе представители оппозиционных партий. И если, допустим, контрольно-счетную палату будет возглавлять, ну, к примеру, Виталий Брам, как общественник, да, который следит за контролем средств. Виталий Викторович. Наверное, мы сэкономим денежных средств. Это к вопросу о политических пристрастиях. Да? Не обязательно это должен быть представитель ЛДПР. Хотя наверняка представителям ЛДПР нашлось бы место в действующем правительстве либо в контрольных органах. Вот мы как раз говорим об этом. Не должно быть узурпации власти. Сейчас у нас в Заксобрании подавляющее большинство Единой России, и вы правильно задаете вопрос, есть ли обсуждение, что говорят коллеги из Единой России. Коллеги, как правило, молчат, потому что можно просто нажать кнопку без обсуждений, принять вопрос, зачем что-то комментировать. Ну там же такие уважаемые, опытные, серьезные люди сидят. А мы не говорим о том, что они неуважаемые. Чего мы говорим о том, что они кнопки нажимают. Вот именно так, как нажимают. Причем кнопки ведь может устройство примитивное нажимать. Да, не может. Владимир, не может. Я думаю, что все уважаемые люди, если бы устройство отфиксировало голос не так, как его отдал депутат, возмутились бы и сказали, а я на самом деле голосовал против сокращения, допустим, ИГО. Так. На секунду вернемся к единому кандидату. Единого, не обсуждается. Единого кандидата не прогнозируем, потому что, еще раз подчеркну, это минус для всех, в том числе для представителей оппозиционных партий, ну, как следствие, для жителей Кировской области. А вот коалиционное правительство, да, это то, о чем стоит говорить. Кто бы ни победил этой позиции, уверен, что место для представителей всех партий, уважаемых людей, которые действительно уважаемые, которые не просто словом, но и делом будут отстаивать интересы Кировской области, найдется в коалиционном правительстве. Уверен в этом. Так, еще одну тему хочу затронуть. Еще одно законодательное предложение ЛДПР, которое партия большинства отвергла на пленарном заседании 8 июня. Это предложение, ну, законопроект, который ваша коллега Ольга Исакчина, да, вносился. Да. О том, чтобы в том числе так называемые золотые парашюты убрать, сократить выплаты, доплаты и так далее. Еще будете пытаться как-то в этом направлении или уже... есть уже понимание того, что эти люди нас не пропустят. Вот именно этот вопрос будем пытаться. Более того, не исключаю, что совсем скоро будет пытаться это сделать прокуратура. Потому что на самом деле... Да, там есть же с федеральным законодательством сейчас соприкосновение. Да, есть несостыковки, и мы крайне возмущены, почему до сих пор закон не принят. Да? Хотя бы не в том виде, в котором предлагается член. На самом деле есть четкое понимание, есть решение Верховного суда, которая говорит, что невозможно, неправильно, незаконно применять подобные коэффициенты выплат при начислении пенсий лицам, замещавшим государственные должности. Угу. Мы об этом, собственно, в законопроекте и сказали. Давайте править, потому что есть определение Верховного суда, мы не можем нарушать закон. Законодательное собрание обязано подчиниться. Даже если кому-то это не нравится, даже если кого-то это напрямую касается, и кто-то эту пенсию получает,
мы обязаны подчиниться. Хотя, потому что это закон. Хотя там справедливость начисления вот этих пенсий, даже без решения Верховного суда, вызывает большие сомнения. Мы уверены, что вот те деньги, которые расходуются на сверхдоплаты к пенсиям бывшим чиновникам, это мера в условиях дефицитного вятского бюджета, ну, крайне несправедливая, mm-hmm. если выражаться там спокойно, да? Mm-hmm. При том, что мы тех же студентов, не знаю, лишаем, не лишаем стипендий. Так вот, об этом было заявлено в законопроекте, но большинство проголосовало против. Как голосовали депутаты, можно посмотреть, данные открытые за фракцию ЛДПР. Могу сказать, что депутаты от ЛДПР, естественно, поддерживали предложение. Вообще, могу сказать, как руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании, в ЗАГС-собрании творится бардак. И бардак этот там, с молчаливого согласия, либо с протекцией. С шестого созыва, вот как... Вот сейчас. Именно сейчас, да, потому что это не первый законопроект, который, ну, может быть, не нравится там, да, большинству кому-то, какому-то, может быть, отдельно взятым товарищам. Я имею в виду, в первую очередь, председателя. Мы вносили, опять-таки, с Сыкчиной, с депутатом, законопроект о том, что неплохо бы поддерживать семьи, имеющие детей. Да, мы помним. Мы уже об этом говорили, да, если как бы хотелось поддержать, да, вот эти 5000 рублей вроде как с 2019 года будут выплачивать, неплохо было бы и тот законопроект поддержать, тем более, по нашему мнению, приведет к расходованию бюджетных средств, но сильно облегчит жизнь семьям. Его не поддержали. Более того, его даже к рассмотрению на комитетах не допустили. Потому что... На каких основаниях? На основаниях того, что вроде бы как бюджетные средства потребуются. Если смотреть строго, следовать регламенту и читать его правильно, то депутаты обязаны предоставить финансово-экономическое обоснование. Оно было представлено, в котором, по нашему убеждению, денежных средств из бюджета не потребуется. Люди ведь как-то в семьях покупают на 850 рублей и школьную форму, и билеты на проезд, mm-hmm. и еще и кормить умудряются детей в школах. Вот бюджет пусть точно так же умудрится. По нашему мнению, бюджетных затрат нет. Но правовое управление не согласилось. Вот вообще я не понимаю, почему правовое управление мешает депутату вносить свой законопроект. Не понимаю. Ведь прав ты бирали, это не правовое управление, выбирали. Абсолютно депутата. Верно, да. И вот сейчас правовое управление юлит еще похлеще Курдюмова. И там так изворачивается Самсонов, ну, что Самсонов, как кажется, руководитель, да, правового управления, так изворачивается. Один депутат, совершая какое-либо действие, нарушает регламент. Второй депутат, совершая действие, на мой взгляд, куда более криминальное, чем предыдущий, не нарушает. Причем обоснование, ну вот, как вы не поняли Курдюмова, так я не понимаю Самсонова, потому что там формулировки... А протестовать это решение правового управления? Есть у нас есть комиссия по регламенту депутатской этики, которая вот именно этим и занимается. Балыбин, так, да. От какой партии у нас депутат? Я предполагаю, да, там, ну... Формально же не этим руководствуется, но почему-то все там, попытки наши привлечь к ответственности тех, кто представляет парламентское большинство, не увенчались успехом. Зато представители оппозиционных партий очень даже пытаются как-то наказать за деяния, которые и не деяния вовсе. Да? То есть депутат осуществляет депутатскую деятельность, приехал, к примеру, в поселение, встретиться с такими же депутатами, вел себя корректно, пристойно, чему есть видеоподтверждение. Но он еще до рассмотрения вопроса почему-то осуждается коллегами. Более того, выносится решение не в пользу этого депутата. Заблаговременно. Бардак. Я уже сказал, что это бардак, и вот узурпация власти, которая произошла в ЗАГС-собрании, которая в правительстве сейчас у нас творится, но это точно не путь, по которому можно Кировскую область вывести из глубокого кризиса. Пару минут у нас остается. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали назначение новое в региональном правительстве. У нас в начале июня как раз-таки два новых человека там в команде Игоря Васильева. Ну, во-первых, новый исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области, это Михаил Поршнев. В последнее время он работал в Мосгортрансе. Ну и госжилинспекцию возглавил Алексей Кабашов. Раньше работал в Росреестре. Понятно, что люди близкие к главе региона. Ну, вот эта вот тенденция к привлечению, что называется, заморских кадров в Кировскую ну, область. Что заморских-то? Ужас. Ну понятно, что вполне себе российских, да. Но другое дело незнакомых с нашими особенностями, да, уже доказало, в том числе доказал отъезд Мошногорского, что, наверное, это ни к чему хорошему не приведет. А вы, кстати, ведь писали там, да, письмо на время, на имя руководителя региона, весной, по-моему.
с просьбой проверить там эти закупки, аукционы на дорожное строительство. Да, мы сейчас направили вот как раз по тем 11 аукционам, 11 лотам, которые прошли в рамках аукциона, выигрывает московская подрядная организация, которая сама в регион не завозит ни технику, более того, есть подозрение, что ее даже не имеет. Ответа пока на запрос не получили. Это, кстати, мы писали не Мышногорскому, ждем ответа уже от других людей. Правоохранители? В том числе и правоохранительные органы. Ну, по крайней мере, мне кажется, есть смысл озаботиться и посмотреть, насколько там все законно. Может и законно, но насколько все, так скажем, без сговора прошло. Потому что Вятавтодор, имея мощности, не заявляется на конкурс. Непрофессиональный руководитель Вятавтодора. Опять же, вот те... Такая денежка вроде, те почему бы не заработать? Те московские управленцы, которые к нам приезжают, им за Кировскую область там, обидно? Наверное, нет. Они уедут ровно тогда, когда закончится срок их полномочий. И дальше хоть трава не расти, а нам с вами здесь жить. Поэтому назначение варягов, оно всегда вызывает некое, ну, там, настороженное отношение. При всем при этом, если человек хорошо начинает работать, забывают сразу все настороженности и понимают, что вот оно действительно то добро, которое с другой стороны, хорошо вернее. С другой стороны, это вполне нормально. Человек работал с этими людьми, знает их, доверяет. Вот, знаете, ему так проще. Вы знаете, когда вот, нежели чем знакомиться с местными, там узнавать, кто что когда представляет. Приезжает там, господин кто... Кочетков, который работал чуть ли не зам министра. Наверное, да, говорить о том, что мы, там, если говорить футбольной терминологией, осуществили отличный трансфер, то вот здесь есть вопросы. С трансфером вопросы. Поэтому уверен, что кадры есть и на Вятской земле. Конкретные примеры есть, на основании которых вопросы возникают. Ну, Мышногорский уехал. Шмаков, да. Пускай он местный, но там понятно, под чьей протекцией, под протекцией не местного человека. Шмаков, который за взятку у нас сейчас. Крик. Из Крика. Да, да, да. Понимаю, что он из местных, но. Люди не местные, курировали. Но от этого ему лучше не стало. Мне лучше не стало, более того, действовал ли сам. Правоохранительные органы разберутся. Завершается на этом наша программа. Это особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в нашем региональном парламенте. Жизнь продолжается, будут поводы, будем еще беседовать, безусловно. Спасибо. Спасибо всем. До свидания.